Старайся, старайся. Молодец, молодец. Уж так больно-то. Ничего, терпи, терпи. Боже мой, почему так больно? Ну что, рожаем? Да, да. Хорошо, так держать. Ты бы еще в 40 родить надумала, по-другому бы запела. Вот чего ты тянула, ну чего? Галочка, что там? Раскрытие на 8. Давайте окситоцин дадим, Надежда Сергеевна. Ну совсем слабенькая. Ну, да посмотри. Нет, сама родит. Варвара, приходим в себя, смотрим на меня. Как меня зовут? Надежда Сергеевна. Все помнит. Правильно. Давай сейчас будем работать, будем тужиться. Давай, глубокий вдох и на 3 выдох. Давай. Аккуратненько, давай, давай. Десяточка, давай, давай, давай. Еще разочек, давай. Давай. Давай, еще раз. Вот, я уже головочку нащупала. Давай. Давай, родная, давай. Вот, все, все, все. Молодец, молодец. Все, все. Молодец, молодец. Помните. Молодец, уже мама. Так, а ну смотрим, кто родился у нас. Мальчик. Вот. Сыночек мой. Мальчик. Сыночек, все хорошо, молодец. Почему синюшность? Он совсем не дышит. Мне прямой массаж сердца делали? Что там? Ну что вы стоите? Где неонатолог? Почему он не кричит? Нужен аппарат искусственного дыхания. Я сейчас. Ярослава Ивановича позовите, он специалист в этом вопросе. Хорошо, Варвара. Дайте мне сына. Дайте мне сына. Марина. Маленький мой сыночек, какой ты красивый. Я так тебя ждала. Давай, отвечай маме. Давай, милый, давай. Я тебя во сне видела. Ты взрослый, красивый. Опора моя. И я с тобой рядом иду. Давай, милый. Я столько лет о тебе мечтала. Я так тебя ждала. Сыночек, не молчи. Наберите. Куда вы его? Да куда не всех. Мыть, пеленать, одевать. Дыши, малыш. Вот так ручки. Дыши, хороший, дыши. Я домой еду. Надо обследоваться. Я обследуюсь, поеду домой. Принимайте подарочек. Вот ее амбулаторная карта. Еле нашли. Меня врач в столице. Какой столице? А меня зовут Ярослав Иванович. Будем рожать. Там не ходи еще 2 недели. Я к маме приехала проведать. Яна Валерьевна, давайте-ка сюда переложимся. Снимайте пальто. Пальто снимайте. Не трогай меня. Счастливо. Спасибо. Сама встану. Машину не отпускайте, я уеду сейчас. Да, хорошо. Я сама. Садитесь, садитесь. Я сама сяду. Господи. Видишь, как. Дышим спокойно. А я послушаю ребеночка. Ну? Так, сейчас мы вас повезем на УЗИ. Паша, главврача срочно зови, потому что… Да тут... Объясните мне, что так, там, спокойно, что происходит? Спокойно, лежим, 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 не встаем. Надюша, подожди. Оу. Держи, помогай. Вот истеричку из столицы к нам прислали. И все, как мы любим. Отслойка плаценты, сердцебиение плода едва прослушивается. Ну так что, оперируйте? Так сейчас Пашка дежурный. Конечно, оперировать, а он только что из интернатуры, ты же знаешь. Надо. А там счет на минуты. А это еще отказывается от операции. А без операции данному ребенку вообще ничего не светит. Слушай, у меня у Голубевой мальчик сложный, глянешь? Это предыдущий из первой родовой? Моя. Ну, конечно, конечно. Мы договорились. Здравствуйте. С новорожденным вас. Спасибо. Мальчик, девочка, я Катя. Здравствуйте, девочки. Я Варя. Мальчик у меня Витя. Ой, да вот и славно, а то один эстроген в палате, да, Оль? А вашего Витя на вечернее кормление принесут? Вот и познакомим его с девчонками. А сколько вам по шкале обгардали? Кать, а выгляни, там мой Димка памперсы принес. Скажи, что у нас с Соней кормление, да кормлю выйду. Договаривались на 5, а он раньше прибежал. Соскучился. Кормит, кормит еще. Ты своему сразу скажи, что во время кормления не приходил. Все равно не пустят. А график я тебе напишу. Ко мне не будут приходить. Гуляете. Сюда нельзя. Скажите, пожалуйста, что с моим мальчиком? Врачи все скажут. Завтра утром. Идите в палату. Я с ума сойду до утра. А я с вами сойду с ума. Что за прогулки? Надежда Алексеевна, ну посмотрите на это. Что у вас? Доктор, хоть вы скажите, что с ребенком. Варвара, идите в палату. До утра ждать. Почему же до утра? Нет, не думаю. Я сейчас постараюсь найти врача и узнаю всю информацию. Обещаю. Ну, правда, идите, так надо. Извращение межжелудочковой перегородки в сердечке, плюс патология овального окошка. Ну да, без операции у малыша нет шансов. В столице такие делают, но там очереди, ого-го. Так что нужно деньги собирать на внеплановую операцию. Ну а подобные пороки разве не тема твоей диссертации? Ну бери, делай. Ну знаешь, диссертация диссертации, но у меня опыта нет. Не возьмусь я. Хирург со стажем нужен. А ты считаешь, твоего стажа недостаточно? Надин, это тебе. За операцию. Ты неисправим. Эти цветы тебе подарила пациентка. Ну, я же от чистого сердца. А. Ярослав Иванович, там ваша мама на пост прям обзвонилась. Вся ищет вас. Что отвечать? Так скажите, как есть, на дежурстве оперирую. Хорошо. Ну, маме ты позвони, рыцарь. Она по-прежнему мечтает тебя женить? Более того, она уверена, что ее коварный план уже близок к завершению. Угу. И как же зовут коварный план? Нина. Ах, Нина. С мамой работает в одной школе, учительница младших классов. Прекрасная девушка. Не берет. Ну, давайте еще чая выпьем, Ниночка. Он вот-вот вернется. Я, наверное, пойду. Уже 12 час. Скоро на работу собираться. Ниночка, ну что вы? Он устал. Он перепутал. Вы же знаете, как у него на работе. Как всегда. Ладно. Почаевничаем в следующий раз. Ну, хорошо. Спасибо. Ниночка, ну, вы позвоните, когда доберетесь домой. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Вы извини, что потревожила. Но она плачет и плачет, не переставая. Медсестра уже ей успокоительное приносила, но она не берет. Понял. Ну, вы сами посмотрите. Что тут такое у нас случилось? Бачок оголяем. Для таких вот плакс-вакс всегда у нас есть наготове лекарства. Девушка милая, я понимаю, ночь, решим, все спят. Я не могу вас пустить. Я полночи мчался сюда. Ну, я тебя прошу, я тебя отблагодарю. Ну, посмотри, Яна Ставицкая. А, столичная. А. В реанимации она. Но это нормальная ситуация после Кесарева. Вот ее скоро в палату переведут в 7-ю, вот тогда и приходите. В 7-ю, да? Угу. Слушай, ну дай я хоть вещи оставлю. Вот халат, держите. Да, давай. Вашей вины в том, что произошло, нет никакой. Данные конкретной патологии у малышей изучаются, но никто вам точно не скажет, почему это произошло. Поэтому нужно просто жить дальше. Доктор, помогите, пожалуйста. Спасите ребенка. Вите поможет операция. А я пока буду его наблюдать. Вместе будем бороться. Персонал постарается. Хотя у нас не так много возможностей, но прежде всего нужно постараться вам. Что мне делать? Что я могу? Нужно подумать, где найти деньги на специалиста, который может прооперировать Витю вне очереди. Вне очереди? Есть варианты с разными фондами, и обращаться нужно уже сейчас. Родители как-то могут помочь? Нет у родителей. Меня мама одна растила, она умерла давно. А отец ребенка, он как-то может поучаствовать? Добрый вечер, девушки. Прошу прощения за позднее вторжение. Мужчина, вы к кому? Здрасте. Я муж Яны Ставицкой из столицы. Мне сказали, что она должна быть здесь после Кесарева, правильно? Так ее, наверное, еще из реанимации не перевели. Вы туда поставьте, мы и передадим. Ваши супруги сделали Кесарева. Операция прошла хорошо. У вас мальчик, здоровый, да. Завтра утром ее переведут в палату. Вот тогда и приходите, пожалуйста. У меня сын, да? Сын. Хорошо. Я медведя оставлю, хорошо? Медведя, я конечно. Девчонки, спасибо. Медведя оставьте. Спасибо. Отдыхайте. Спасибо, спасибо. Отдыхайте. У меня сын! Ступай. Спасибо. Тихо, тихо. У меня сын родился! Тихо. Ну что? У меня отдельная палата, муж все платил. Все отдельная палата сейчас занята. Колите мне обезболивающее, живот тянет. Яна Валерьевна, вам уже сегодня делали внеплановый укол. Может, потерпим немного, а? Завтра начинается грудное вскармливание. Антибиотик вам уже сняли. А вот с обезболивающим лучше не перестараться. Вы же не хотите навредить ребенку, правильно? Я вас резать себя не просила. Сама бы родила. Так что нечего мне тут рассказывать. Давайте, колите или зовите главврача, я жаловаться буду. Да на здоровье. Вот вам. До следующего укола потерпите и жалуйтесь, кому хотите. Что притихли, девчонки? Знакомьтесь, ваша подельница Яна. Ваш муж приезжал, Сергей. Всю ночь мчался. Здравствуйте. А в какой палате? 6-я палата. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Я муж Яны Ставицкой. В какой она палате? А муж Яны Ставицкой был уже тут. Я могу пройти? 7-я палата. Спасибо. Я первые дни после Кесарева тоже мучилась. А сейчас уже ничего, вот бегаю даже. Так что все пройдет. Голубева, ты? Привет. Ты в общей палате? Не, ну тебе не привыкать, конечно. Со школы не изменилась. Все так же язвишь. Ну, смотрю, ты очень милая. Никто не приходит? Что бы тебе такого подарить? Ну, вот. Да, это слишком даже для тебя. Давай-ка. О, лови. Помощь малоимущим. Ой. Мужчина, вы к кому? За мной, говорю, идти. Чего пришел? Опять мямлить будешь? М? Поздравить пришел. Поздравить. С чем поздравить, а? Что у тебя сын родился? Или с тем, что я с Сергеем остаюсь жить? Потому что мало ты зарабатываешь. Ты чего хочешь? Чтоб сын в нищете жил? Чтоб мечтал об игрушках? Я лучше с мужем останусь. И жить буду по-человечески. Понимаешь? Уходи давай. Уходи, говорю. Хорошо. Уже ухожу. Цветы тебе. До свидания. Это сотрудник с работы. Да меня это вообще не касается. Собрались? Мне надо… Это очень срочно, нужно съездить. Обратно вернитесь? Это важно. Мне что, вас за руку отвезти? Я должна увидеть отца ребенка, он на связь не выходит. Голубева, присядьте в машину. Вы понимаете, пока вы не выписались формально, это побег. Отказницы очень часто убегают. А часто отказываются. Ну, бывает. И в иных случаях для ребенка даже лучше, когда он остается на попечении государства. А почему? Ну как? Бесплатное лечение. И еще иногда для сирот проводят внеочередные операции столичные хирурги. Понятно? Да, я поняла. Я в любом случае сегодня уйду. Мне действительно нужно поговорить с отцом ребенка. Подождите. Говорите адрес. Серегина, 26А. Спасибо. Пожалуйста. Ну, я здесь буду. В смысле здесь будете? Ждать. А к нему вы пройти не можете? Нет. Вы уезжаете, я потом своим ходом доберусь. Ну уж нет. Я тоже подожду, раз уж я в это ввязался. Пожалуйста, послушай меня. Здравствуйте. Здрасте. Минуточку, я… У нас… Боже мой, прости, пожалуйста. У меня родился сын, но он болен. У него порок сердца. Ему можно помочь, но нужна операция, понимаешь? Внеплановая, очень срочная. Почему ты молчишь? Ты не хочешь на него посмотреть? Это доктор из роддома. Уведите, пожалуйста, эту женщину. Я ее не знаю, вы же доктор, вы что, не видите, что она не в себе? А, ну, вообще-то для женщин гормональный взрыв после родов – это нормальное явление. А вы не знаете Варю Голубеву? Увезите ее, пожалуйста, туда, откуда привезли. Мне ничего не связывает с этой женщиной, абсолютно. Кирилл Андреевич? Да. Звонили из столицы. Нужно подписать документы. Валюш, я проверю все и подпишу, хорошо? Спасибо за цветы. Эти мои самые любимые. Но мы же не чужие люди, правда? Кирилл Андреевич? Да. К вам жена. Хорошо. Но, что сказал врач? У будущего мэра будет законный наследник? Не разрешают еще. Опасаются, сердце может не выдержать. Понятно. Месяц еще медикаментозно, а потом анализы. Все будет хорошо, мы справимся, правда? Мы справимся. Столько лет ждали, правда? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Работала с ним в банке, была личным секретарем. Ну и все по классике. Обещала развестись, я верила. Мама была против. Но кто же маму слушает? А когда забеременела? На аборт отправила. Тоже по классике. Ну да. Я отказалась. Он сказал, что ребенка не признает. В общем, уволилась я. Пообещала больше не беспокоить. Ну а сегодня тогда зачем? Ну, думала, узнает, а сыне поможет. Не зверь же он все-таки, правда. Он меня сумасшедший хочет выстоять. Да. О. Яся! Привет! Привет. Куда ты пропал? Прости. Домой не едешь, на звонки не отвечаешь. Мы с мамой уж тревожимся. Ну, у тебя дежурство закончилось еще утром. Мы с Ниночкой волновались. Надо же отдыхать, ну хоть иногда. Дела неотложные появились. Но обещаю, больше не буду пропадать, и сегодня буду вовремя к ужину. Это Варя Голубева, моя пациентка. Здравствуйте. Пойдем, мы спешим. Угу. Прошу прощения. Ужин в 7. Мы с мамой будем ждать. Хорошо, хорошо, договорились. Вы извините, что испортила вам выходной. Красивая у вас мама и сестра. Мама, да, Нина тоже, но только она не сестра, мамина коллега. А. Спасибо вам за все. Слушай, хорошо, что ты здесь. Дружище, давай-ка выпьем за новорожденного. Ты знаешь, ты когда там в офисе своими разгрузками, перегрузками занимаешься, у меня в это время сын родился, пацан, понимаешь? Давай, дружище. Сын, давай. Это ж какое-то шикарное совпадение, что ты здесь. Проездом или вообще по делам? Проездом. Я тебе все равно рад, я тебе рад, Вовка. О. Привет. А ты что здесь делаешь? Ты же вроде с утра сменился, нет? Да я за мальчиком Голубевой наблюдаю. Передали, что ухудшается состояние. Голубева твоя от сына своего отказывается. Сегодня у главного все подписала. Как? С ума, что ли, сошла? Это она из-за папаши, точно. А кто он? Кирилл Тимохин, глава Центробанка. Будущий мэр? Да, многолик наш папаша оказался. Давай еще по одной. Серега, вот твоя жена утверждает, что я только мямлить могу, да? А, да ты не слушай. Послушай ее. Меня. Яна любит меня, а я люблю Яну. Понимаешь? Ну, а с тобой она только из-за денег, пойми. Ну, а самое главное, Серега, главное то, что сын мой, понимаешь? Да, сын мой, Серега! Ну, чё ты молчишь? Чё ты молчишь? Это правда. Правда. Ну еще расскажи. А ты что ж ничего не видел? Да не догадывался, да, Серега? Спокойно. На улицу. Вот. Продышь. Спокойно. Ну не рыпайся. Иди давай. Ты вообще соображаешь, что делаешь? У меня нет другого выхода. Я не смогу его спасти. У меня надежда только на государство. Ты только что подписала документ, по которому передаешь своего ребенка в чужие руки. Так всем будет лучше. В общем так, сходи, пожалуйста, и забери бумагу, пока ей не дали ход. Тихо, тихо, мужчина! Я тихо, я только мужчина, поговорить, у меня мужчина. Разговор. Это вам не рюмочная. Да я понимаю, все, не рюмочная. Я понимаю. Ставицкая, в какой палате, солнышко? Ставицкая! Яна! Тихо, тихо, тихо. Сейчас, давай. Мне я к жене. Понимаю, я все хорошо, понимаю. Хорошо. Сейчас рану обработаем. Яна! И пойдешь. У нас здесь стерильно. Давай сюда. Мамочки с сейчас. Деточками да лежат. Я понимаю. Да, ясно. Да, детки, давай. Все. Давай. Вот так. Все. Оп, тихо, тихо. Больно. Да, знаю, больно. Бабы, когда рожают, им еще больнее, чем тебе в 100 раз. Пойми правильно. У меня радость, понимаешь? Вижу. Радость. У меня жена родила. Поздравляю. Нет меня. О как. Прости меня, сыночек. тебе все будет хорошо. Я знаю. Да, родной. Да, миленький. Да, мой хороший. Ай. Я же для нее все. Все для нее. Она жить красиво любит. Что все хорошо. Машина, квартира, бабки. Все ей. А я в столицу. Столица возможности. Пахал, как конь. Дурак. А теперь у тебя дитя. О нем надо думать. Надо. Надо. У тебя дети есть? Ну, есть. Ты-то точно знаешь, что твои, правильно? Любая баба знает, она рожает. А я бы-то всю жизнь жил, а она бы не сказала. А я бы воспитывал чужого, понимаешь? Чужих не бывает. А потом, ты, наверное, знаешь, что не твой. Сережка. Ой. Ты чего здесь? Ты со мной из-за денег, да? Знаешь, какая история получается? Я бы всю свою жизнь воспитывал бы чужого ребенка, а ты... Всю свою жизнь ходила бы, улыбалась, да? И молчала. Я не знаю, кто тебе это сказал. Это неправда. Это твой сын. Хотя бы раз в жизни, Яна, правду мне скажи. Возвращайся. У тебя образование есть. А жить за что? Я не работала. Зачем же ты тогда училась? Зачем место мое в институте отобрала? Мой грант тебе за взятку отдали. Хотела бы учиться, сама бы взятку дала. Отличница, нищая. Что мне теперь делать? Сейчас вот там вот за жизнь мой сыночек борется. А я, Яна, никак не могу ему помочь. У меня денег нет на операцию. И кроме меня помочь ему некому. Вот как ты думаешь, сопоставимы наши с тобой проблемы? Что ты себя страдалицу кортишь? Все жалеют, слезы утирают. Своих проблем мало решила другим подкинуть. Сильная. Я справлюсь. А ты что? Умрет твой Витька. Будешь сопли утирать. Ярослав Иванович, можно вас, пожалуйста? Эта ненормальная Голубева только что ушла самовольно. Ясно. Она даже выписку не оформила. Вещи собрала и… Меня мама одна растила. Папы рано не стало. А я в детстве чем только не переболел. Во всех больницах перележал. Может, поэтому и пошел в медицину. Мама – это… Мама – это все. Тем более для такого малыша. Я своей всегда буду благодарен за то, что она… выдержала, не сдалась. Может, поэтому и терплю по 100 звонков на дню. И этих невест бесконечных. Ну, потому что мама. Пойдем, пойдем, пойдем. Отказаться от ребенка – это не выход. А выход есть? Есть. Нужно быть ближе к сыну. Маму ему никто не заменит, еще раз повторяю. Могу пристроить тебя санитаркой. У нас вечно рук не хватает. Поставим тебя поближе к боксу. Вот и будешь около Вити. Угу. Угу. Вот и хорошо. Что ж такое? Алло, мам. Мама. Алло. Мамуль. Ясь, привет. А ты где? Твоя жаркое уже истомилась. Нина, сегодняшний ужин придется отменить. Я встретил друга, и нам очень о многом нужно поговорить. С другом? А допоздна задержишься? Я пока не знаю, извини, целую, пока. Пока. Он со старым другом встретился. На ужин не успевает. Возьмусь я сам оперировать, понимаешь? Когда ответственность превышает желание помочь, не рискуй. Вот все его результаты. Пульс, кардиограмма. Угу. Так, ну что, Виктор? Давай смотреть. Тут сейчас главное понять, сколько у нас времени с тобой в запасе есть. Ты чего, Танюш? Просто вы так привязались к нему, а он же не жилец уже, да? Ты что несешь? Он же понимает все. Выйди отсюда, соберись и больше к нему с такими мыслями не приближайся. Ну что? Ведь не слушай ее. Ну, женщина, что с нее взять? А мы с тобой придумаем что-нибудь. Че, мне мужики, что ли? Проходи, Яночка. Доброе утро. Доброе утро. Пришел ночью. Поздно. Сразу спать лег, а будильник поставил на 10 часов. Давай, проходи. Спасибо. Так. Мамуль! Нина? Доброе утро. Присаживайся. Я фирменную яичницу приготовила по маминому рецепту. Спасибо тебе большое. И маме тоже спасибо. А я твой чемодан с антресолей достала. Надо же, такие светила соберутся на этом симпозиуме. И мой Яся среди них. Знаешь, я подгадала отпуск за свой счет как раз к этим числам. Поеду в Мюнхен вместе с тобой. По туристической путевке. Угу. Ты рад? Рад, конечно. Доброе утро. Доброе утро, сынок. Привет, мамуль. Ну что, сможете сегодня провести целый день вместе? Я боюсь, сегодня не получится. Перед отъездом нужно очень много дел доделать, важных и неотложных. За ребенком нужен постоянный присмотр. Угу. Самое страшное – это пропустить начало приступа. Угу. Вот подарок Вите. У него впереди долгая-долгая жизнь и много-много подарков. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Ой. Варя. Ух. Голубева, ты бы пошла поела чего-нибудь. Да. От ветра валишься. Ярослав Иванович, она уже сутки ничего не ест. На обедах экономит. Варвара, пойдемте в ресторан, я вас приглашаю. Прямо сейчас. Да я не могу, у меня работа. Какая работа? Что вы мне рассказываете? Обеденный перерыв вот-вот начнется. Сотрудники как должны питаться? Правильно, иначе падает производительность труда. Поэтому спорить со мной бесполезно. Да, Любушка? Да. Вот. Ну, разве ненадолго и куда-нибудь в кафе рядом? В кафе так в кафе. Договорились. Зайду за вами через 15 минут. Наряжайтесь. Раздеваемся. Пожалуйста, свободный столик. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Рекомендую попробовать суп дня. В этом заведении он гораздо изысканней. Мамочки сюда часто бегают. Ловил их на горячем. Диан, меню не нужно. 2 супа дня и второй, как обычно, 2. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам огромное. Вы так… Вы так заботитесь о нас с Витей. Я… Ты сильная, прекрасная мама. Я по роду своей деятельности кое-что повидал, так что просто поверь мне. А для Вити я сделаю все, что от меня зависит. Вернусь из Мюнхена и… А вы уезжаете? Конференция всего 5 дней. Но я все буду держать под контролем. Ну как? Девушка? А? Девушка, вы к кому? Здрасте. А Ярослав Иванович у себя? Ярослав Иванович вышел на обед. Понятно, извините. Да. Я, наверное, попробую еще раз к отцу обратиться. Мы в прошлый раз так выскочили внезапно. Он растерялся, совсем не знал, как реагировать. Он на самом деле очень хороший человек. Да перестань вы с Витей, не нужны ему. Ты опять пойдешь к нему унижаться? Зачем вы так? Мы ведь, правда, совсем одни. Ну, прости. Прости. Здравствуйте, Тамара Викторовна. Ниночка, ты уже освободилась? А я заходила в учительскую, сказали, ты ушла. Где ты? Приезжай к нам, я снова гуляш собираюсь готовить. Эй, молодой человек, вы куда? Пропуск, пожалуйста. Я к Кириллу Тимохину. Подойдите сюда, пожалуйста. Еще раз, кому вы? К Кириллу Тимохину. Тут Кириллу Андреевичу. Ага, понял. Представьтесь, пожалуйста. Ярослав Невзоров, врач первого роддома. По поводу Вари Голубевой скажи. Ярослав Невзоров, врач из роддома. По поводу Голубевой. Кирилл Андреевич сегодня не принимает. Плохо. Да. Привет. Привет, а почему ты не позвонила? А это что такое? Сюрприз решила тебе сделать. Вот. Забрала твой английский костюм из химчистки. Да, спасибо тебе большое. Зачем мне на работе мой английский костюм? Мы так редко куда-то выходим. Я заказал нам столик в ресторане. Ой. Нин, я боюсь, что сегодня не получится. Это лучший ресторан в городе. Принадлежит Тимохину, нашему будущему мэру. Он там часто ужинает. Я столик на 8 заказала. Не опаздывай, пожалуйста. Да, хорошо. Ой, я буду ждать. Договорились. Пока. Угу. Сейчас, прости, я на пару минут отойду. Знакомого встретил, надо поговорить. Меню, пожалуйста. Спасибо. Так. Кирилл Андреевич, добрый вечер. Не узнаете? Я врач первого роддома. А вы по какому вопросу? А вопрос у меня денежно-медицинский. Я знаю, что у вашего банка есть программа спонсорской помощи медучреждения. Все правильно же я понимаю? А я не на работе сейчас, как видите. Да, и тем не менее. Дело в том, что один новорожденный остро нуждается в операции. Я уверен, что вы поможете, потому что речь идет о спасении жизни конкретного малыша. Кстати, сына бывшей сотрудницы вашего банка, Варвары Голубевой. Надо же. Какое совпадение. Я прошу прощения. Ну, скажите что-нибудь. Малыш действительно нуждается в операции, которая стоит больших денег. Сына своего спасите. А она знала, на что шла. Это ее выбор. Ответственность на ней тоже. Вы тоже знали, на что шли. Я напомню, что тест ДНК дает погрешность 1%. Я не уверен, что будущему мэру нужна подобная огласка. И, кстати, если интересно, сына она Витей назвала. Я подумаю, какую сумму смогу перевести. Спасибо. Почему ты так беспокоишься об этой Варе? Я врач. Она моя пациентка. Здравствуй, Варя. Здравствуй. Прости, в прошлый раз некрасиво получилось. Неправильно. Ну, я тебя слушаю. Давай не здесь, тут шумно. Давай в машине поговорим. Но у меня только полчаса перерыва, я… Пойдем. Не украду твоего времени абсолютно. Да. Можно? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы пройти тест на отцовство на базе вашей клиники. Разумеется, инкогнито. Есть причины? Мне очень плохо без тебя. Зачем ты ушла? Кирилл, ты же… Ты не говорил так раньше. Ты… Да ты заявление сразу подписал. Да ты же все прекрасно сама понимаешь. У Лены сердце, ей нельзя волноваться. Врачи даже рожать запретили. А тут ты сын, наш сын. Она бы просто не выдержала этого. Да, я все понимаю. Я очень соскучился по тебе. Очень сильно. Правда, очень. Мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Договор? Угу. Я сам все решу. Угу. Хорошо? Без всяких тестов ДНК и твоих верных санчупанцев в белых халатах. Умничка. Юр, поехали. Поехали. Степан Сергеевич, здесь женщина из благотворительного фонда Центрального банка. Говорит, от нашего роддома запрос пришел. Пригласите, конечно. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Добрый, прошу вас. От вашего учреждения поступил запрос на спонсорскую помощь. Вот. Фонд пытается максимально быстро реагировать на подобные запросы. Я могу узнать о нуждах клиники ее пациентов. Конечно, сейчас. У нас вообще есть куча устаревшего оборудования. Можно составить список. Послушайте, прежде всего мы пытаемся закрывать вопросы, связанные с жизнью и здоровьем пациентов. Если в роддоме роженицы или младенцы, которые нуждаются в срочном лечении или операции. Вы знаете, есть. Есть один ребенок, нужна срочная операция, действительно. У матери денег нет, а отца, насколько я знаю, тоже нет. Вот. Я могу взглянуть на ребенка? Конечно. Вас проведут. Лена! Сюда. Вот. Я могу поговорить с матерью ребенка наедине? Да, конечно. Она здесь уборщицей устроилась, чтобы к сыну ближе быть. Почти не отходит от него. Здравствуйте. Здравствуй, Варя. Здравствуйте, Елена Геннадьевна. Поздравляю вас с сыном. Вас с Кириллом поздравляю. Кирилл Андреевич к моему ребенку не имеет никакого отношения. У Вити другой отец. Я была в первом роддоме. Познакомилась с твоим сыном. Это не мой сын. Не унижай меня очередным враньем. Это твой ребенок. Погоди! Ну, прости меня. Это моя ошибка. Я настаивал на аборте. Это ненормально, захотела рожать. Я тебе обещаю, ты больше никогда не услышишь об этом ребенке. Никогда. А если она обратится в прессу? Продаст чудную историю про внебрачного сына кандидата в мэры. Я предложу денег. Но ты тоже меня пойми. Предвыборная кампания, огромные деньги. Я, между прочим, нуждаюсь в своей поддержке. Да пошел ты со своими выборами, со своей любовницей, со своим сыном. Я от тебя ухожу. Так, девочки, в 11 оставляем все так же, тот же рецепт. Ярослав Иванович, можно вас? Спасибо. Нина. Привет. Привет, что-то случилось? Вот, принесла твой любимый гуляш. Специально сегодня готовила по своему личному рецепту. Ярослав Иванович, вот новые анализы мальчика Голубевой. Общей крови готов? Да. Динамика прослеживается? Ой, Нина, спасибо тебе большое. Очень срочно надо бежать, хорошо? Я понимаю. Хорошо, пока. Посмотреть вот на нашего сына. Посмотри. Витюша, Витенька, Витюш. Можно? На. Пойдем. Пойдем. Прошу. Спасибо. Я рад, что ты наконец зашла ко мне. Раньше ты меня не приглашал. Теперь все будет по-другому у нас с тобой, Варя. Ты поможешь сыну? Все не так просто. Понимаешь, я публичный человек. И я не хочу, чтобы вас с Витей начали преследовать журналисты, чтобы они копались в нашем белье. Я очень беспокоюсь о вас. Правда. Все будет хорошо. Ты мне веришь? Подожди. Побудь тут. Я все обдумала. Да. Будем считать это ошибкой, все ошибаются. И еще, мы оба знаем, что врачи мне не разрешают рожать. Я знаю, чудеса бывают, но я давно не верю в чудеса. Ну, подожди, мы же с тобой обсудили эту тему. Есть замечательная клиника в Америке. Да, мы это все проходили, но результата ноль. Петр Иванович, я вас прошу, перезвоните попозже. Я сейчас не могу говорить. Ждите. Я не понял. А что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты забрал Витю у этой женщины. Она не может ему помочь. А у нас есть деньги, возможности. Она должна понимать. Так всем будет лучше. И у нас будет настоящая семья. Готовьте операционную. Двойное обвитие, крупный плод. Ничего, не волнуйтесь, все будет хорошо. Быстрее, быстрее. Врача! Врача немедленно зовите, ребенку плохо. Ну хоть кто-нибудь! Реанимацию срочно. Скажите им, пусть готовятся. Хорошо, хорошо. Сейчас. Доктора позовите. Я положила тебе теплый свитер. В Мюнхене всего 15 градусов. Мамуль, ты забыла, меня будет кому согреть. Во время поездки просто необходимо сделать Ниночке предложение. Мамуля. Поверь моему опыту. Я верю. Яся. Но только не сейчас, мам. Я тебя очень прошу. Ярослав? А его нет. Кто его спрашивает? Это Варя из роддома, он знает. А что вам нужно? Ребенку хуже стало. Позовите его, пожалуйста. Ясе все звонят, будто он единственный хирург в роддоме. Есть и другие врачи, справятся. Да, но… Он уже не поехал на симпозиум в Польше. Теперь в Мюнхен не полетит. Он же себе карьеру разрушит. Пожалуйста. Вам сюда нельзя. Нужен аппарат, надо дыхать. У нас таких тяжелых еще нет. Вручную надо качать. Значит, будем качать вручную. Девочки, первый роддом беспокоит. Аппарат вентиляции легких нужен срочно. Одолжите. Резервный тогда. Прям резервный занят. Спасибо. Извините, пожалуйста. Варечка, потом. Он умрет, да? Нам вами заниматься или ребенком? Потом в областную звони. Звонили уже, у них тоже нет свободы. Ну не стой, набирай. Больницы закончились, в скорую звони. Сейчас. Третью набирай. Пожалуйста, ребенку плохо, нужен аппарат вентиляции легких. Срочно. Что? Какой аппарат? Аппарат вентиляции легких. Я умоляю тебя, он же умрет. Ты уверена, что тебе нужен больной ребенок? Я не успела тебе сказать. Варя звонила. У нее с сыном беда какая-то случилась. Нин, мне на работу надо. Ясь, ты куда? Самолет через час. В первый роддом быстро. Хорошо. Яся! Яся! Ребят, только осторожно. Да-да, хорошо. Этот прибор на балансе у клиники. Мне за него голову оторвешь. Ясно? Да-да. Давайте быстрее, мужики. Потихоньку. Да-да-да. Давайте, давайте. Варя, Витю вашего будут оперировать сегодня в детской больнице. Вы же говорили, нету специалистов нужного уровня. Ну, выбора у нас тоже нет. Без операции у Вити нет шансов. Возьми. Будет хорошо. Надин, буду оперировать. Операционную готовь. Быстро! Ага. Ниночка. О, Господи. Да, я помогу. Не могу. не могу я больше, Тамара Викторовна, не могу. Это очень унизительно. Очень. Я ему только мешаю. Ниночка, это не так. Да, он мне подарок, я это знаю. Ну что поделаешь? Ну вот работа для него важнее всего. Ну. При чем здесь работа? При чем? Это все из-за этой Вари. Ради нее на все готов. Ну. А вы знаете, что она любовница Тимохина, мэра нашего будущего? Его жена родить не может, так она решила воспользоваться случаем. Откуда ты знаешь? Видела их в роддоме. Теперь она у Тимохина деньги клянчит. Заодно в ясе нашем вцепилась, вдруг не выклянчит. Да, все в порядке. Вот разрешение на операцию. Я буду ждать в коридоре. Варя, вы помогайте нам. Без вас мы не справимся. Я буду думать, что нам очень повезло, что у нас есть вы. Я верю, у вас все получится. Спасибо. Худшее для нашего мальчика уже позади. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Все хорошо, все хорошо. Ну что, Ярослав Иванович, глаза боятся, а руки делают. Молодец, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Ну все, все хорошо. Большое. Все хорошо, миленькая. Спасибо. Все хорошо. Варя, постой. Что ты здесь делаешь? Я привез аппарат для Вити. Нам надо поговорить. Спасибо, что не бросил моего сына. Нашего сына. Нашего. Нам надо поговорить с тобой о его будущем. Ты хочешь ему помогать? Но ты же сама не справишься. Операция прошла успешно. Это чудо. А дальше? А дальше Вите необходима длительная реабилитация. Ну... Хорошие врачи, дорогостоящее лечение и, возможно, еще одна операция. Я понимаю. Да, ты прекрасная мама, ты замечательная. Лучшая мама. Ты сегодня пережила ужасный момент. Мы чуть не потеряли нашего сыночка. Мы с Леной успели в последний момент. Хорошо. А если нас не будет рядом? Ты не справишься одна. Ты же прекрасно понимаешь, что будет лучше, если за Витю будем отвечать мы с Леной. Это наш, это мой родной сын. Понимаешь? Мой родной сын. У него все будет самое лучшее, поверь мне, самое лучшее. Лечение, врачи, игрушки, школа, все, что необходимо, в любой момент. Я теперь не одна, Кирилл. У нас замечательный врач. Мы справимся. Справимся, Кирилл. Понятно. Слышала, операция прошла успешно. Поздравляю. Да, спасибо. Дальше что думаешь делать? Ну, профессия уже есть, еще пару подъездов. И на жизнь будет, найду. Зачем ты так? Стой, стой, подожди. Ты что думаешь? Ты жертву приносишь? Ну, моя мать тоже так думала, отца выгнала. Сама тянула нас с сестрой. Героиня. Я не понимаю. Да все ты понимаешь. Ты же сама своему ребенку подписываешь приговор. Да ему предлагают человеческую семью. Билет в нормальную жизнь. Ты чего? Ты думаешь, что он вырастет? Спасибо скажет? Не скажет. Не мечтай. Ой, у нас тут такой переполох был. Малыша спасали. И Ярослав Иванович провел срочную операцию, сейчас в ординаторской спит. Операция прошла успешно? Очень и очень успешно. А вот и мама мальчика. Здравствуйте. Спасибо вам огромное за сына. Я очень рада, что Ярослав помог вашему сыну. Я бы очень хотела, чтобы вы оставили в покое моего сына. Ярослав Иванович, спасибо вам большое за спасение сына. А сколько мы вам должны за операцию? Я буду возвращать просто частями. Ну и что ты здесь делаешь? Я подумала. Здравствуйте, Елена Геннадьевна. Я согласна на твое предложение. Так будет лучше. Для Вити. Ну что, я рад. Ты приняла правильное решение, молодец. И ты не будешь искать с ним встречи. Что? Это наши условия. Витя больше не твой сын. Витя сын Лены. Ты же согласна? Да. Молодец. А теперь пообещай. Это ради сыночка. Ой. Давайте. Ой, уже начинается. Сюда проходите. Ой, здрасте. Ой. Алло, Сергей? Да, кто это? Здравствуйте. Надежда Сергеевна беспокоит. Первый роддом. Здрасте. Я по поводу теста звоню. Уже есть? Да, пришел результат. Угу. Ну что, Сергей, с вероятностью 99% это ваш сын. Поздравляю. Я попрощаться пришел. Уезжаю домой. Малыша зарегистрировать нужно. Назову его Сергеем. Если ты не против. Я против. Нельзя называть именем отца. Примета плохая, говорят. Есть другие имена. Прости меня. Не могу. Пока не могу. Я не знаю, что тебе Варя сказала. Какая Варя? Соседка по палате. О твоем любовнике уже весь город знает, да? Мне Володя сам все рассказал. Пожалуйста. Оксана, а главврач у себя? Я хотела завтрашним днем уволиться. А, ну я сейчас пойду посмотрю. Ты подождешь здесь? Спасибо. Варя, прости меня, пожалуйста. Я не имела права. Я желаю Вите выздоровления. Вы справитесь. Извини, я занята, мне коридор домывать. Подожди, пожалуйста. Тут одежда на сейчас для Вити. Вот на вырост. В общем, все вам. Не нужно. Витя больше не со мной, это теперь не мой сын. Ярослав Иванович, это ненормальная Голубева у меня опять истырила с поста. А у меня там каждая таблетка под отчет. Понял. А из роддома она не выходила? Выходила утром, когда белье из прачечной встречала. Да нет, минут 15-20 назад. Вообще никто не выходил. Надо жить дальше. Да зачем? У меня ничего нет. У тебя сын есть. Ты должна ради него. Нет у меня больше сына. Я не справилась. Я плохая мать. Он чуть не умер из-за меня. Ты не виновата. Просто ты испугалась, и все. Не справилась одна. Ты не одна. Я… Не надо. Правда, с ним теперь все будет хорошо. Просто я постараюсь не мешать. Варя, я хочу… То есть, я должен тебе сказать… Не надо. Не надо, ничего я с собой не сделаю. Нет у вас больше повода для беспокойства. Проходите. Спасибо вам. Пожалуйста, всего хорошего. Яна. Зачем ты пришел? В конце концов, это мой сын. Я имею право. Все закончено. Но ты же, Сережа, со своим только из-за денег. Это не твое дело. Не любит тебя больше Сереж, твой, он мне сам сказал. Ты не нужна ему, он бросил тебя. Значит, буду одна. Что значит одна? Ты же не умеешь одна. Ты не сможешь одна. Лучше одной, чем с тобой. Подожди. Подожди, прости меня, пожалуйста, я не хотел. Ну, не люблю я тебя. Думала, люблю, ошибалась. Подожди, ну, сын же наш, с тобой, сын. Это сын Сергея. Я тебе чай мятный принесла. Знаешь, сынок, чужой ребенок – это обуза. Он никогда не станет родным. Когда папа умер, я замуж так и не вышла. Я боялась, что к тебе будут относиться как к чужому. Варин сын мне не чужой. Ну, ты можешь не беспокоиться, мам. Я им больше не нужен. А как же Нина? А, Нина. Не нужна мне. Ну, крошечка, давай выпьем, давай поедим. Ну, пожалуйста. Витя, в среду плановый осмотр, ты вернешься из командировки? Нет, скорее всего. Но мы можем перенести, когда тебе удобно. Иди без меня, я буду занят. Может, ты сына поцелуешь? У ребенка все хорошо, мы с Кириллом любим нашего сына, он ни в чем не нуждается, его наблюдают лучшие врачи. Простите, я просто хотела посмотреть на Витю. Но ты же обещала, что не будешь за нами ходить. Я в следующий раз вызову охрану. Но ты пойми, что так будет лучше, особенно для Вити. Спасибо. Большое спасибо вам за дочь. Приходите за сыном. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Ладно, операцию боялся делать. Сейчас ты чего боишься? Смотри, смотри. Посмотри, как улыбается. Посмотри, как улыбается. О, какое событие. О, аккуратненько, давай. Возьмешь? Нет. Пусть поспит у тебя. Не будем будить. Я недавно Варю видела. Да? Скажи, а ты не чувствуешь перед ней вины? Молодая. Родит еще. Ну. Слушай, 20 приедут журналисты. Буду снимать передачу о семейной жизни будущего мэра. Да. Пожалуйста, приведи себя в порядок, хорошо? У меня нет ни сил, ни времени. Извини. Да, Валюш. А вы уже подъехали? Ну все, все, я спускаюсь. Побежал. Витенька, сейчас капельки, сейчас мы капельки выпьем, сейчас, капельки, сейчас, так, Витенька, давай, давай, солнышко. Давай, ну пей капельки. Боже мой. Кирилл. Да. Кирилл, Витя плохо. Что? Я не знаю, что делать. Я на встрече не могу сейчас говорить. Полтора месяца сердечный приступ. Тимохин. Виктор. Кириллович. Садовая 12, пожалуйста, быстрее, пожалуйста. Такие родители замечательные, они все для тебя сделают, солнышко мое, только дыши, дыши, мой хороший. Здравствуй, человечище.